Ярославу Сергійовичу теж день народження. Так, дорогие друзья, старт соревнований положен, брифинг прошел, и так выдвигаемся на дистанции. Это Одесса, это старт Кубка Украины RFC. К сожалению, не в том, конечно, сейчас формате, как оно было до полномасштабного вторжения, но насколько можем, так и стараемся в поддержку ЗСУ. Итак, дорогие друзья, погнали вперед. Друзья, вот в таких красивых местах проходят наши соревнования сегодня. Видите, как красиво, сочно и хорошо. А тут наши зрители ездят. А тут уже начинается соревнование. Итак, погнали. Это у нас ТР. Ты еще? А, первый экипаж испугался проезжать сушку. Сейчас мы для смелости. Валера с Серегой. Опытные и пилот. Опытные пилоты штурман. Получился у них фальстарт. Валера не нажал кнопку. А Серега уже выбежал. Все, погнали. Теперь точно погнали. Интересный участок. Экипаж у нас 344. Обычно всегда занимает места на тумбочке. Итак, смотрим, что будет сегодня. Так, не спеша, не спеша, но аккуратненько, аккуратненько. Красавчик, красавчик, вышел красиво. Прошел до того места, где уже лебедится наверх. Прошел очень классно. Валерчик, молодец! Очень зачетно. Значит, мы сейчас попробуем пролезть по этому болоту. Пришла. Как впечатление от первых водных процедур? Красавчик, молодец, хорошо зашел. Да ты бы здесь поднялся бы сам своим ходом. Так, друзья, я уже в розу влез. Шиповник какой-то колючий. Так, Валерчик будет сейчас подниматься на эту гору. Ну, здесь лебедка, здесь ничего такого ах и ох интересного, но тем не менее. Может быть рядом. Молодец, красавчик. Итак, пошел дальше. Ну, после того, что Валерчик прошел эту лужу налегке, ему, в принципе, остальное мелочь. Так вот красиво он смотрится. Сверху. Точнее, снизу вверх. Отрыв колеса заднего. Классно. Ленту не порвал, не зацепил. Опа, ехал. Сейчас до меня долетает. Вышел. Все, молодец. Красавчик. Там сзади ленточка, аккуратно. Хорош. Так, давай, я выхожу на финиш.
Серега, ты чистый штурман, так не должно быть! Так, пошел вниз, перед газом, ходом. Ходу. Мы сейчас будем все грязные. Было сложно. Субарик наместил чуть-чуть уже. Я порвал, но не выскочил. Сложно. Такой специфический подъем. Сразу с выходом на гору, видите, тут дерево, некуда разогнаться. Чуть-чуть не хватает. А это и резина вроде бы злая. Все хорошо. Аккуратно. Самое главное, что впереди нет дерева, нет что лебедиться. Давай. А, в конце, вот там только вдалеке. Ну вот так вот тоже бывает. Видите, там налегке прошел, а здесь пришлось чуть-чуть поиграться и не смог выскочить, ну увы. Такая вроде бы простая сушка, но при этом действительно довольно-таки интересная. Так, друзья, я надеюсь, вам нравятся такие видео. Мы давно не снимали 4×4, потому что сейчас они проводятся очень редко. Вы сами понимаете, в стране война. И поэтому мы не могли пропустить, тем более в Одессе, такое мероприятие такого уровня. Огромное спасибо организаторам, что его таки смогли организовать и провести. Есть, вырвал дерево. Минус дерево. Бывает. То, что я сказал, лебедиться не за что. Теперь еще сейчас будет сложность вынуть из-под него трос, из-под обломившегося дерева. Ракорозащиту обычно в такой ситуации закусывает. Вот, друзья, я надеюсь, что вам нравится. И вас, конечно, подписывайтесь, лайк, и вы остаетесь нашими подписчиками. Даже те, кто смотрит обычно про город, про нашу страну, про красоты. Я думаю, что такие видео тоже вам будут интересны для общего какого-то развития, понимания, какие соревнования проходят у нас в стране. Вот так вот пошли дальнее дерево, что, в принципе, за которое я первоначально и говорил, за него будут лебедиться. Но опять-таки, ну тут по прямой, поэтому я думаю, что сложностей не будет, хотя тоже может получиться чуть-чуть лажа, потому что дерево тоже небольшое. Вот так вот выглядит с этой стороны, с этого ракурса. Валерчик, два слова пока стоит. Опа, поехали уже, уже отходим. Уже отбегаем. Итак, погнали вперед. Потихонечку. Надо было брать якорь. Все-таки. И грунт позволяет, грунт 30 мягкий, можно было якорем зацепить. Потихоньку выскочить. Главное, чтобы у нас не было мало дерева рядом, потому что там на ней лента, это является фишкой, и это будет порыв ленты, это будет минус баллы. Ну, выскочил. Видите, сложно, но выскочил, хотя шел с большим минусом, большим преимуществом, в конце, конечно, это немножко подустал. Итак, стартовал виза. Смотрим. Постепенно, не спеша, аккуратненько. Эть! Эть!
Вот нормально, нормально. Сразу видно, штурман грязный, все как положено. А то предыдущие проехали, Валера весь грязный, а Серега чистый прошел трассу. Аж как-то несерьезно. А ну пока лебедимся, впечатление от первого участка. В наушниках не слышит. По крайней мере, плохо. Лиза опытный участник соревнований. На разных, скажем так, машинах, на разных экземплярах, поэтому и в роли штурмана, и в роли пилота, поэтому знает эту работу, как говорится, изнутри, что и как нужно сделать, и как нужно пройти разные участки, поэтому действительно это интересно. Потихонечку пошел, что-то не работает, что не срабатывает. Давай, пошел вниз, ходом. Давай. Сейчас смотри, как он выскочит на этот подъем. А у него есть вся надежда выскочить. Вот что значит делает ручник и опыт. Красавчик. Красавчик, реально лучшее время на данный момент на этом спецучастке. Итак, следующий экипаж отбил стартовую точку и погнали. Ребята есть почти на всех соревнованиях, но часто им не везет почему-то. То поломки, то еще какая-нибудь лажа. Посмотрим, как будет сегодня. Дай бог, все получится. Эй, заглох. Сначала. Время! О, правильно, ребят, вы знаете, вот что правильно, на каждого экипажа был тросогаситель. Очень немаловажно. Почему? Потому что бывали в прошлом году ситуации, когда на соревнования приезжали экипажи и, к сожалению, без тросогасителя. Итак, в принципе, стал дальше всех от подъема, все остальные доезжали вот сюда. Ну и машинка вроде чуть поменьше. Хотя под капотом может быть все что угодно. Потихоньку, не спеша. Такая плотная лягушечка вот так вот пробирается. Ситуации бывают моменты, когда
Тут нормальный штурман, грязный, все как положено. Давай, не бейтесь, газу, газу! Опять, нормально, оторвался. Направо. Красиво стал, блядь, неправильно. Красиво, но неправильно. Хотя штурман говорил правильно, как заехать. Так куда ж ты его загнал? Да нет. Да нет. Ему надо было назад давать. А теперь назад, влево назад. Да он посередине. Сам себя загнал. Все, сейчас так, осторожно. Оп, сейчас будем все. Сам себя загнал. Яму. Нехорошо, нехорошо поехал, прямо скажем. Два колеса были за лентой, поэтому это уже тоже нарушение. А теперь он, конечно, не может вывернуть руль, потому что такую резину злую, которая закопалась, в такой ситуации вывернуть просто нереально. Ему назад надо сдавать. Или не поднимается. А он не поднимется назад. Еще раз два колеса. Давай, пройдет, сейчас пройдет уже. Газу, газу, газу. Право руля. Сушка у них, скажем так, не очень быстро, и по времени, и по скоростным очкам. Но, конечно, если тут медленно, то постепенно не спешат. Это не прохождение, а перед сушки. Тут поднялся. Тут поднялся. Ты знаешь, как у батюшки? Вот когда батюшка едет в экипаж, экипаж фартовый. Так, давай, 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 вниз пошел, пошел, входом, входом, навел свое время. Давай, 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 давай. Давай, 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 ну тебе что там. Потому что тут сложно выходить наверх здесь. Поперек лужи у него хорошо получается. Сейчас все будем. Так, следующий экипаж. Тут у него много болеющих, сразу всех снимающих за него. Опа, погнали. Как ощущение?
Болотце хорошее. Не, ну ты молодец, ты дальше всех проехал налегке. Что там, хватит? Убивать? И серьезно, что первое испытание, Андрюха, чистый. Так не должно быть. Прыгнул в воду сразу с разгона. Давай, Ванька, давай, давай, давай. Хорошо, хорошо идет, хорошо. Жена испачкать. Убивать? Опыт и, конечно, якорь. Наш любимый экипаж «Батюшка» с Пашкой. Джокер на своей Ниве, которая уехала в Киев. Все, время. К сожалению, не уложили. Обидно. Пока здесь эвакуируют Пашу, который
не справился с дистанцией. Там проходит следующий экипаж. Видите, вот так вот выползает на пузе. Далеко отсюда, конечно, но видно, что ребята стараются, лебедятся и пытаются выехать. А, спецучасток небольшой. Ложбина там одна и ложбина вторая. Разворот вокруг дерева и выход обратно. Но там проблема в этой ложбине. Она очень резкая и там перелом. Пашку выдернули оттуда, к сожалению, у него не получилось на этом участке. Но как так? Нормально. Давай дальше старайся. Еще впереди все есть. Это все батюшка, потому что он без креста. Был бы с крестом, все было бы нормально. Посмотри, тут какое-то банановое царство, смотри. Одна обезьяна прошла, вторая обезьяна прошла, третья прошла. Допинг. И все с допингом. Все, стой. Так, дорогие друзья, следующий опытный очень экипаж. На супер подготовленной машине. Эту сушку, кстати, еще не прошла ни одна машина. 4 машины, то есть 2 было квадроцикла, которые мы не достали, и 2 машины, которые были на сход. То есть все 4 участника уже был сход. Это 5-й участник на этой сушке. Так, смотрим. Я уверен, что они пройдут, но будем посмотреть. Итак, сантехник с дачником. Вот, видите, то, что я говорю, он пошел сюда, берет. И сейчас лихо, резко руля и газу будет. Оп. Опа. Есть. Аккуратненько, размеренно. Видите, работа спетого и спитого штурмана и пилота. Когда люди вместе работают, и это очень важно. Он тут сейчас пройдет, видите, уникально проходит. Интересно прошел, смотрите, все стали вот там вот этого дерева. Он прошел, но, к сожалению, тоже зарылся. Но зарылся интересно. И это соревнование полноприводных автомобилей. Машина стоит под углом больше, чем 45 градусов. Крен на правую сторону. Водитель держится за подножку, пилот. Но при этом они реально классно проходят эту сушку. Сейчас будет самый сложный момент. Не перевернуть ее. Молодец, вырулил. Сложный момент, потому что рядом вешка, и надо вешку не заломить. И при этом запрыгнуть, и можно было перецепить. Ай, вешку зацепил. Но заскочил, молодец. Заскочил лихо, классно. Перецепляется следующее дерево. Вот что значит опытная работа, четкая штурмана и пилота. Красавцы идут, конечно, красивее всех. Я уверен, что они почти пройдут. Давай, 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 давай. Выше, выше, выше. Красавчик! Добро, 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 добро,
друзья. И вот это действительно настоящее соревнование внедорожных экипажей. Видите, среди пилот, вот через деревья видно, не просто сидит в машине и ждет, пока лебедка размотается, а штурман ее тянет, а помогает ему разматывать быстрее барабан, вышел из-за руля. Друзья, это правильно. Не должен пилот просто сидеть и, как говорится, греть одно место на сидушке. Не получилось с якорем. Якорь вырывает землю, накопали и ничего. Вот, на этот участок дается 15 минут, на данный момент уже 9:26. То есть еще у ребят есть возможность его таки пройти, но насколько им она будет реализована, пока не ясно. А там экипаж на той сушке сидит. Тоже правильное решение, развернуть сначала машину здесь, в место. Но дерево получилось не то. Еще 5 минут есть. 4? 4 минуты есть, нормально идете. Давай, давай, успеете. Идет, красавец. Все, ты уже возьмешь оттуда. Все, теперь туда и пошел. Так, у ребят, к сожалению, не хватает троса до вот этого дерева, поэтому цепляются якорем. Но так и пошел, пошел, пошел. Давай, давай, давай. Давай. Отлично, отлично. Дальше вплавь. Ау! Хотя, если поднатужиться, ну, тут не за что, там якорь. Мало, мало вариантов. Надо бы на 5 минут больше. Хотя, с другой стороны, вообще, должна быть позиция прошел с большим временем. На этой трассе не было вообще ни одного прохождения, все были вход. Да, то есть считать хотя бы половинкой. Нет, еще есть там 30 секунд. А, 8 уже? Все. Все, все, 7 секунд. 2, 1, все. Обидно. Обидно. Но он уже и выезжает. Да. Обидно. Классно шли, дальше всех проехали, но. Эта сушка все-таки никого не пропускает. Одна из самых сложных сушек на трассе. Итак, смотрим следующий. Сейчас еще будут экипажи, которые будут идти здесь. Я надеюсь, все-таки у кого-то получится пройти данную трассу. Так, следующий экипаж. Итак, смотрим, Валерка проходит опытно. Но как-то радиус такой специфический взял. Сам себя закроет. Ты сейчас сам себя запрешь. Запер сам себя. Прошел неплохо.
Все, топливо закончилось. Опять динозавр! Ох, что-то, Серега, ты не выбрал не ту лужу. Я бы сюда в домике, когда видео поливает. Да, Виталий? Стой, 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 стой! Можешь отдать, Виталий? Отдай, отдай, отдай! Все! Добивай! Ничего не даст. Пять. Завалил на бок ее. Вот так вот бывает. И колесами. Улыбнись. Стой, стой, лебедка, лебедку надень. Вот что значит выбрать правильную сушку. Можно сидеть весь день и просто на солнце загорать. Да-да-да. Опыт не пропьет. Красавчик! Улыбайся, улыбайся в ходу. Кто скажет, блин, одесситы издеваются. Друзья, вот такие вот монстрики. Стой, стой, стой! Прошел красиво, но дальше все-таки сел чуть-чуть. Ну так он пытался, видишь? Да, Валерчик молодец, конечно. Он решил таки порвать эту сушку. Такая волна пошла. Сейчас будет эффектный выход. Да, он может выскочить. Назад, 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 назад. Так-то, на другую сторону. Стоп, стоп!
Там вышел, бля. Нет, руль ровно, момент. Руль ровно. Право руль, право. Нет, другое. Право, во. Эй, садись. Что? Да. Что ты делаешь? Двумя колесами выехал. Обалдеть, молодец. Так двери поломали. Ничего страшного. Валера! Сейчас пидбарыш в лагере. Я еще не начинал. Тебе сейчас синюю изоленту дадут, примотаешь. Не, Валера, вот это с дверями я не знаю. Ты же вроде в Ганиче, не в Молдавии. Что ты у вас такие двери поставили? Я сейчас отъедем. А расписаться? Они обиделись. Красавцы, реально. Прошли эту штучку, молодцы. На 14 минуте, но они первые, кто ее из всех экипажей прошел.